20 лет забвения прошли. Теперь второй корпус 101-го детского сада на Львовском бульваре используется по назначению. За его возрождение взялись в 2016 году. Сегодня учреждение полностью готово к эксплуатации. Сегодня состоялось торжественное открытие с участием маленьких воспитанников, родителей и первых лиц города. Губернатор Сергей Морозов поприветствовал родителей и персонал. Также он вручил малышам путевки в садик. За многими из вас встречались, когда здесь начали появляться уже признаки жизни. За многими из вас мы сейчас встречаемся, когда мы видим вот эту красоту. И я хочу поблагодарить людей, которые отвечали за появление этого чуда. Учреждение создано для особенных детишек. В штате обновленного сада есть медработники, психологи и нянечки со специальной подготовкой. Оборудованные помещения выглядят достойно. Сенсорные комнаты, бассейн и гимнастический зал осмотрел глава региона. 12 групп в детском садике, вот именно в этом корпусе. Значит, 12 учителей-логопедов, на каждую группу учителя-логопеду, 4 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога. И у нас еще будет работать служба ранней помощи, где тоже предусмотрен и специалист, педагог-психолог. Мама 6-летнего Владислава Анна рада тому, что больше нет необходимости ездить к столичным реабилитологам. Необходимый уход и терапия теперь находится недалеко от дома. Ездили в Москву, в несколько центров, в Нижнем Новгороде были. Но сейчас вот если здесь построили центр, возможно, нам не нужно будет туда ездить, потому что здесь большинство тренажеров такие же, как в Москве, уже есть. 150 миллионов рублей было вложено в покупку оборудования и капитальный ремонт помещений. Учреждение полностью готово к эксплуатации. В ближайшие дни ребята уже начнут расти и оздоравливаться в стенах заново родившегося 101-го садика. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.